Добрый день, меня зовут Максим Зубов, я директор компании Siemens в Республике Беларусь. Изменения в энергетической сфере сейчас происходят как никогда динамично, изменяется значение источников электроэнергии, способов хранения, передачи, система становится все более комплексной. Появляются принципиально новые потребители электроэнергии, такие как электрический транспорт. Для того, чтобы соответствовать вызовам современной энергетики, необходимо полное портфолио как материальных, так и цифровых услуг от генерации электроэнергии до передачи конечного потребителя, то есть от источника генерации непосредственно до розетки. В этом году мы представим новую линейку энергетических контроллеров SICAM A8000. Мы представим новое устройство релейной защиты C-Protect 5 с модулями дуговой защиты. Мы покажем новейшую коммутационную и пускорегулирующую технику с возможностью передачи данных по цифровым протоколам. Именно они являются источником, то есть они являются базой для построения умных сетей, сетей передачи данных и цифровых двойников в области энергетики. Также на выставке у нас будет представлена виртуальная зона, виртуальная реальность. Там можно будет познакомиться с нашими современнейшими газотурбинными установками, посмотреть, каким образом организовывается их сервис. В первую очередь мы ожидаем на выставке наших традиционных заказчиков, мы ожидаем наших партнеров, многочисленных партнеров. У нас в Республике Беларусь более 17 партнеров, которые помогают в том числе продвигать наши решения для конечных белорусских заказчиков и потребителей. Мы ожидаем представителей от системы образования Республики Беларусь показать те новинки, которые у нас есть, и новые методы, в том числе для обучения персонала. Меня зовут Максим Зубов, я являюсь директором компании Siemens Республики Беларусь. Приглашаю вас на энергетический форум и выставку, которая пройдет в футбольном манеже с 8 по 11 октября. Призываю всех к активной дискуссии, желаю всем конструктивных встреч, обсуждения интересных проектов и новых амбициозных целей и планов. 24-й Белорусский энергетический и экологический форум. Международная выставка Energy Expo с 8 по 11 октября. Футбольный манеж.